Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш цикл лекций. Это пятая лекция нового цикла модуляции в гармонии. Так я его условно назвал. И вторая лекция, посвященная функциональному блоку 2.5.1. На предыдущем уроке мы разобрали совершенно узкий сегмент выражения ведение этого функционального блока. Сегодня мы рассмотрим тот же самый блок, но в другой позиции. Просто чтобы у вас была еще одна подсказка для тех, кто не очень хочет разобрать все вариации, все обращения этих функций. Вот. И надо добавить важную вещь. Ведь аккорд в фактуре, ну, например, рояля, да и, собственно, в фактуре любого другого гармонического инструмента, должен находиться в совершенно четком диапазоне общей клавиатуры рояля. То есть понятно, что аккорды узкого расположения вот в этом регистре звучать никогда не будут. Вот вы это слышите. Не всегда они эффектно звучат, как самостоятельные там, в этом диапазоне. Они, конечно, выделяют функцию, но они интересны здесь, как краска. Там, когда такое изящное исполнение аккорда, такое широкое, партитурное, оркестровое. Вот. А все-таки основной ключевой аккорд должен находиться где-то, чтобы вот середина этого аккорда попадала на ноту до первой октавы. То есть он должен быть вот где-то вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Поэтому любые аккорды, а их же много, 12 тональностей, все должны быть вами рано или поздно найдены где-то вот в этом диапазоне, от ноты ми до ноты ля. Тем более, что потому что пространство ниже — это пространство для инструмента баса, пространство выше — это пространство для солистов, тем более, что солисты регулярно заходят в этот диапазон. Вот, и чтобы не было тембрального пересечения, все-таки партитура должна быть полная, поэтому надо искать какие-то созвучия внутри одного диапазона. Значит, все эти аккорды надо рано или поздно найти здесь. Вот. И поэтому сегодня мы разберем другой вариант, когда ре минорный аккорд, вот тот, который в тот раз звучал таким образом, в этом случае будет представлен в виде нон-аккорда. Вот он, обычный нон-аккорд. То есть бас мы опускаем, он находится внизу, начинается с третьей ступени, минус третий, пятый, минус седьмой и девятый ступени. Вот эту субдоминанту второй ступени нам тоже нужно превратить в доминанту и разрешиться в тонику. Сохраняем тот же самый принцип, как в прошлый раз. Можно ничего не менять в аккорде, поменять только бас. Мы выйдем в аккорд, который называется соль сус 13. Давайте еще раз вспомним, хотя, когда мы проходили доминант септаккорда группы мексолидийского лата, мы это все внимательно разбирали. Почему сус 13? Потому что вот она, седьмая ступень доминантовая, 9, девятая ступень, 11 сус, сустейн, задержка. Задержка ключевой ноты доминанта. Вот, да, ключевая нота доминанта си, третья ступень. А играя четвертую ступень, мы как бы задерживаем ее разрешение, тем самым усиливая эффект доминанты. И вот она, 13-я ступень. Поэтому сус 13. Если мы бы не играли этот аккорд, в этом аккорде 13-я ступень ноту ми, то это был бы аккорд сус 9. И тогда мы видели бы честное такое субдоминантовое трезвучие фа мажор, и играя его в обращениях, выражали бы доминанту. А с ми это будет сус 13. Итак, субдоминанта, ничего не меняется. В аккорде меняется только бас и разрешается в разные виды тоники. Вот банальное трезвучие или там любые, вот нон-аккорд, там, да? В чистом виде нон-аккорд тонический. Или не двигаемся вверх по гармонии, остаемся в доминанте вот в этом регистре. В тонике в этом регистре. Дальше, как в предыдущем примере, мы можем изменить все-таки доминантовый аккорд, не оставляя его вот таким, а все-таки
разрешить. То есть четвертую ступень, одиннадцатую, превратить в третью. Вот. И выйти вот в такую вот, например, тонику. То есть оставив эти две ноты. В зависимости от того, какой вы выбираете вариант, то и следующая тоника у вас должна тоже как-то видоизмениться. На предыдущем уроке, когда мы разбирали блок, мы не превращали доминанту в альтерированную. Не превращали для того, чтобы вам, ну, не загружать вашу голову светлую дополнительной информации. А сейчас мы это начнем делать. А мы с вами говорили, что когда-то давно, что после минорной субдоминанты мы можем играть доминанту мексолидийскую, либо доминанту альтерированную и разрешаться в любую тонику после этого, мажорную или в минорную. Вот если в этом аккорде ля мы опустим на ля бемоль, то у нас получится первая альтерированная доминанта с минус девятой ступени, например, да? Если мы сыграем не ми наверху, а ре, то вот это будет аккорд соль, минус 9, 7, минус 9, 3 и 5. И тоже разрешится в тонику, в такую, в такую, в такую, в такую, в какую угодно. Сколько у вас пальцев хватит. Итак, смотрите внимательно. Вот у нас появилась первая такая альтерированная или такая доминанта. Или, например, можем сделать другой альтерированный доминантовый аккорд. Ми, опустив на полтона, получив плюс пятую ступень в доминанте. И даже добавить минус девятую, и тоже разрешится в тонику. То есть вот такая группа аккордов в таком расположении дает такое более богатое, несложное разнообразие функций. Не функция, а выражение этих функций. Или, например, вот этот мне аккорд очень нравится. Вот вы его сыграете когда-нибудь, и все сразу ахнут. Доминанта у нас будет выражена таким образом. Обратите внимание, это будет минус девятая ступень и минус пятая ступень в доминанте. И совсем такой джаз-джаз получился. Прямо такой Оскар Питерсон такой. Давайте еще раз пройдем до конца, чтобы понять. Первый случай, когда мы ничего не меняем, разрешаемся куда-нибудь. Второй случай, мы четвертую ступень выкладываем в третью, в доминанте. Третий случай, мы добавляем минус девятую ступень. Четвертый случай, добавляем пятую высокую ступень, играя девятую или не играя, неважно, разрешаемся. И последний случай, когда мы играем аккорд минус пять, минус девять, самое джазовое звучание. Причем в аккорде минус пять, минус девять возникает такое вот трезвучие. Ре бемоль мажор, играя обращение которое, мы можем найти какие-то еще новые созвучия. Ну, а после этого, когда вы поняли, конечно, все это нужно попытаться играть в остальных тональностях, но помни, что ниже ми уже желательно сходить. До еще можно сыграть, разрешится си бемоль, но это уже низковато будет. А си бемоль уже играть на октаву выше. Решается
ре. И вот мы вернулись в нашу домажорную тональность, пройдя через 6 ступеней, то есть сыграв секвенцию такую длинную, или сделав, соответственно, 6 модуляций. В школе у нас об этом тема сегодняшнего урока. Спасибо. В следующий раз мы продолжим еще одну тему, еще раз поговорим про 2-5-1 уже в применении к полууменьшенному септаккорду.